Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. Мы с вами продолжаем. Так, ну что нам надо добраться до точки назначения и завершить квест и отправиться дальше по сюжету. Так, ладненько, не будем с вами возиться. Надо бежать и бежать. Кто там сзади? Животина! Ай, спасайте! Такой большой еще идет. Опасно эту животину питает. Так, я на месте. Гранатки, которой нету, блин. Я же чую. Я со всех сторон. Да вы чё прикалываете, что-то больно-то. Это броня. С этой стороны, с той стороны. Повсюду, блин. А ищет. Снайпи. Ай, да ну. Ну, сука. Надо было свой щит поставить. Толку таких вот. Ой, ч, блин, все. Фига. А ч мне так далековато откинуло? Или нормально? Стоп. У меня далеко. Лата немножко. Добежим. Отлетим. Твой лишь животина, блин. Не преследуй меня. Крабики. За нами хвоста нету. А ничего не соображает, да, по ним стреляет? Пожалуйста, работало. Так, это с щитом, когда там выстрелил. Ух ты, увернулся. Ой, ладно, мансик там. Лапа твои черепушки. Ай. Скажи, чиз. Мунится. Там что, зарояк идет? Рычит. Так. Просканируем там что. А, вот они, значит, пропавшие. Это трупики. Ну, давай, снайперская винтовка. Нам тут надо это. Ой, кого найти, да, либо. О, мостик. Пёсики пришли. Вот наш шучок. Кто встал, блин? Алло. Трупики, блин, давайте вас нажать. Разлагайтесь. А, блин, вот этот. Все чисто. О, уровень, 10 уровень уже. Изи. Просто на изи.
Так, это что? Хранилище, убежище? Это кто? Чего он отлетел? Так, приспектин. Сиушка. Окей, дали нам куда? Блин, а чего вы нас гоняете? Мы отсюда, точнее, оттуда. Откуда мы вообще шли-то? Отсюда? А, вот отсюда. Пошли сюда. Сюда. Крючку оттуда. Теперь мы туда. И это задание, это не основное задание. Точнее, не сюжетное, это побочку взял. Побочка оказалась интересной в задаче. Сюжет-то вот у нас. Луч надежды, нам надо вернуться на бурю. После этого мордоворота. Кстати, я там челнок доставил. Но он внизу находится. Да, он внизу. Не, вниз я не хочу спускаться, он опять поднимался. Так, все, у нас сообщение просчитано. Может, у него убрать дробовик? Модификации нету. Может, штурмовую винтовку поставить? Ну, у него урона мало там. Снайперскую, если только. Вот такую, да? Вдова. Ну, и как-то кемперит неохота. У нас пистолет, он... Кемперский с прицелом, блин. А вот то 50 сейчас. И вот. Тут 290, блин. Еще модуль у него поставил, не оставлю дробовик. Надо остальные пушки скрафтить. И потом вот эти вот снарягу открыть. Сюда можно потом и снайперку поставить. И это. Мат. Вот, а что тоже менять можешь? Или что такое-то? Что такое-то? Чего? Криво кулак? Чего? В смысле, я могу поменять, что ли? У нас сейчас это стоит, да? Оружие ближнего боя. Обычное. Это необычное. Какой-то биотический усилитель. Очень редкое. Блин, раз очень редкое, возьму. Проверим. Ну, собор у нас, спасибо, пока не надо. Так, собираем. Надо проверить, что такое. Ну, типа это, что ли? Удар такой, что ли? Удар-то, наверное, мощнее будет. Раз сейчас оно очень редкое. Кстати, тут такое поле. Поле биты такое открытое было, да? Поле биты, земля. О, да, подзарядочка. Хотя, чё я упаду, надо свой защит. Где мой... Где мой щит-то, блин? Стоп, или я его убрал? Мансит. Тут малый, это спортсмен, то он оп-оп и залез. Ну, обезьяна, что сыра. Так, у меня потом закончилось, да? Нет. А это обезьяна один там остался? Что-то нашел, схема. Смазка. Да, он домой последний. Ничего, ушатали его.
Не, ну шатали, он там это бегает. О, пещерка. Уна, мини пещерка. Ты хорош кругами бегать, алло. Хотя, нафига ты мне нужен? Что там будет патрон тратить? До места назначения добраться надо. Снапи, снапи, снапи. Снапи, снапи. Фига там у них база. Вот сюда. О, он их чисты-то замораживает. Один снапи. Это что-то было. Это наш там полском, полском. Эй, летучий голландец. Куда оно стреляло? В смысле не пробиваешься? Спрятку сюда. Так, вон, идем на ближний бой. Сзади снайпер еще. А, да тут под сосена. Я же не добил его. Пришел, да? А, вот он. Под сосена пришла. Восемь. Че же выбраться туда? Так, берем бабаш. Как это выбраться? Кто где, когда? Атаку. Что такое? Блин, кто там? Здесь отступление. Граната. Не, все-таки надо дробовик туда. Ой, дробовик, автомат. Блин, оружие пока не приучено менять. Само удерживать бы. Я опять на эту позицию нашел. Значит, наверху-то вас там многовато, да? Успокойся. Чё сзади? Мысли, откуда там сзади повлазили-то, алло? Сука. Да вы угорали, откуда снайперов-то тут столько, блин?
товарищи. Еще беру дробаш и иду на пролом. А пару выстрелов и все, блин. Что-то конечно, урон вроде чувствовался, вроде не чувствуется. 200, блин. Добейте его. Ну там еще он повозили, блин. Да, блин. Надо вообще в упор херачить. Да, чувствуется урон. Поднимитесь. Да, снизу, да? Хедшот. Так, ну что теперь наверху выкуривать надо этих? У них там, блин, позиция такая, пиздец, блин. Мне там даже спрятаться негде. Хотя если здесь вот так. Дробовинку. Выползет. Тяф. Ну так тявкает, блин. Ай-яй-яй, шнука. Кусается. Ну ты вылезал. Бедняжка колбасит. Вяну, электрический заряд. Вот он прям там. Куда там что-то хотел у нас опять поджарить. Больно становится-то, блин. Чем дальше, тем больнее, блин. Чего вас можно налутать? Насобирать вами. Так, найдите... На нем... Так, система связи, кристалл. Ни оружия, ни брони пока нету. Axel, coming! You've killed men under my charge. And now you crown that achievement by killing me too. And you, I know your face. Why do you help these murderers? Ryder's an ally. She's already helped the scientists at Dar Palev. I know. And they should be ashamed. After all we've been through with the Kett. Tell me why you come here, so I know why I Какая died. Какая драма. Так, мне нужно... Так, мне нужно твое воспоминание. The sages on Mithrava think you could remember the location of the third monolith. Because you used to know where it is, in a past life. The sages sent you. Those secretive fiend brains, with their scutting...
They don't even care that their people are being enslaved and killed by Ket. My friends died for this? I'm very sorry. I'm just trying my best to find the third monolith and save Havarl. I have an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down, and I need you to take hold of it. What? Ну, прикоснись, пожалуйста. Больно не будет. And? И все, свободен. Офигенный шлем, офигенный. Like Петры. Или ветры. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control of... What did you do to me? В порядке. Are you all right? В порядке. I know things. The underground monolith. Подземный монолит, я помню. Опа. Окей. О, воспоминания вернулись. Вот нам этот монолит и нужен. Хранилище. You're an alien. I can't trust. Да не чужак, он бы я первопроходец. Deep beneath the surface, but под землей. But not far. Недалеко отсюда. Meet me here. These coordinates will guide you the rest of the way. Just let me compose myself first. Отлично. Так, терминал. Так, записки нам тут пишут. Сообщения. Так, патрушки. Что у тебя тут еще есть? Контейнер. Так, шлем. О, баллистический стабилизатор. И оптика. If one of these buildings contains records of Pelev's evacuation, we could figure out where Emerd's sister went. Так, ну вроде мы все нашли, это да, монолит. Теперь можно отправляться к нему. Кто рычал? Так, нам туда, да? Туда. А, нам полнизу туда идти. Вот туда я прям не могу подвинуть. А там что, конец карты или как? Или там это... Стена. Так, ладненько. Мы так перемещаемся сюда. В смысле, я почему не могу переместиться? Лю. Не дают. Минералы. Так, нам получается до низу. Потом, точнее, до низу, до того моста. Потом вниз. И мы заодно чанок активируем. И там будет тогда хранилище. Тихо-то. Получила. Не заброска прикольная, блин. Тебе понятно, почему она очень редкая. Ну, прям сразу замораживает и сбивает. Шикарно. Потоку. И этого замораживает. Басно. Давайте на этих покемонов, да, сагрюсь. Точнее, они на меня сагрятся. О! Сразу даблкил. Двоих сразу морозил. О! Вот на этого кермишка, наверное, нахер сработает, да, на крови. Ты напал снаружи. Зажарить. Жарили. Так, ступай, я туда пошел. Да, ну вот к этому надо. Вот не понятно, ну вроде внизу там проход такой, да? Под землей.
Тут нам тут спуститься-то, блин. Там я же не пройду. Или пройду. Зато контейнер найду. Нет, тут я не пройду. Конечно, разработчики в это с контейнеры не пожалели, заночки всякие. Сколько ты будешь залезешь, там по-любому что-нибудь донайдешь. Так откуда мы вот отсюда ушли, да? Так, а стоп, как эту силу-то я преодолел тогда? Кому-то помощь нужна. Че, без меня не можете ничего, что ли? Дали. Где этот проход-то, блин? Тут, что ли, внизу, блин? Серьезно? Похуй, что не полностью открытая планета. Она так частично открыта. По частям она сделана, блин. Жалко, что не полностью. Так, ну чё, ва-банга, прыгай вниз. Вон, кстати, челнок. Конечно, контейнеров куча, но там пороху всякая, блин. А чё, я так прыгнул? Ну, почти. Вроде активировал, да, активировал, отлично. Так, а чему тут это? Подъем сделали. Он мне нужен этот подъем. Вот это все. Челночок. Нам не надо сюда. Пошлите, пошлите дальше. Нам вход надо найти. Он, походу, здесь, да? Водопалом, да? Yeah.
Ты птинку никакую не сделала. Динозавр. Так, а его можно заморозить? Так, тут что нельзя. Ну, до максимума прошел по нему. Вот он, вот он, глубоковато тут. Так, ну все, давай, открывай. It's here. I just have to. Это здесь, да? It helps. Чем пахнет? I steal my mind. I've been here before. Three indentations. Palm here. Это там пещерка. It worked. Wow. Yeah. It was so close all this time. And no one knew. The rest of the remnant in the area may have prevented scans from detecting it. There were remnant machines here. Zorai was able to make them stop. How did he learn to use remnant tech? It's not like there's a manual. Zorai watched the watchers. That's all I'm getting. Not sure what it means. The others slept. Zorai, but I stayed awake. Sounds like the stasis field around the first monolith. Maybe Zorai was able to shake off the effects. Maybe that changed it. There's something here. I remember. Oh, открыл. Изучить останки. Organic matter, ancient. Reads as Angara. Останки изучены. It's Zorai. Так. Died here. Before she could get to the third monolith. This was me. I would like to. Так, продолжить путешествие к монолиту. Вот ждем, когда он тут. Суверен, что к нему, блин. Камон, пойдем. Открывай эти ворота. Yes. This is all feeling familiar. At least I think it is. Это лифт, да? That's something you don't see every day. Так, ну что, первый пошел? Точнее, первый полетел. Это что, есть этот монолит? Так, а стража тут есть? По-любому должен быть. Так, консоль. Finished with Zorai could not so long ago. I'm sorry, Tavos. No, there's nothing to be sorry about. She didn't complete what she set out to do, but she didn't fail. The two monoliths she reactivated kept Haval going. Without them, the planet would have died. Go on to the vault, Pathfinder. I think I'll stay here a moment. I have a lot to think about. Нормально, он понял, что после гибнущего. Какой мы хороший первый проходимец. Так, найти, активировать хранилище. Ого. Мам, прикинь, как это сделано.
Кстати, тут это активатор памяти. Активатор памяти где-то тут лежит. Ладно. One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Так, ну пошли, хранилище активировать теперь. Значка. Ну, моя. Банковая. Это стоп, а что она сюда? А, наверх подняться надо. Хотя вон там по-любому контейнера, да, есть всякие. Больше заначек. Да, нам так этих ресурсов хватает. Еще больше насобираем. Как это забавно сейчас было. Да я люблю. Че там такие звуки? А, все. Мы же активировали. Все, заработало. Спасение планеты началось. Получается, стражники и стражи тут друг друга перебили, блин. Это пытался зайти же. Так, показалось. А нам покажут эту планету, как она днем выглядит в солнечное время. Вроде мы сейчас это очистим же всю там атмосферку, блин. Эта планета красивая, блин. Хопсты, как она смотрится. Днем. Опа. Вот типа это, да, будет. Консолька Судоку. Игра. А это что такое? Погребенной пещере. А, просто без реликтов. Так, вон, давай сюда. Перемещаемся. Там забираться наверх долго будет. Конечно, тут на нашем кочевнике не покататься. Он убежал, блин. Жать захотели, что ли? Там тут спрятался Петра и Ветра. Маленькая. Чего у вас много тут? Хамелеон такие прикольные, блин. Нет, а здорово, что на своей планете себе золотинка своя есть. Так, тут стена. Конечно, с этими стенами косяк, да?
чисто. Так, спускаемся. Так, а мы же тут были? Тогда мы не смогли же тут это активировать, да? Теперь у нас все получится, но вместе же. Да, вместе. Мне, конечно, фантастики тут хватает, блин. Красивый такой фантастики. Так, окей, мы на месте. Солька вот она. Так, сначала потом забрать. Там мало тебя тут здесь появится, так, а тут нам надо это. Ничего не надо. Так, тук-тук-тук-тук. А, стражи появились. Опа. Мне опять не дают открыть. А что мне опять это все дело бегать? Ну, открыли бы, я прошел бы и все. Так, в смысле, а тут обижаться не получится никак. О, нифига там. Там что, поле битвы будет какое-то? О, там что-то надо сделать, чтобы эта дверь открылась. Вот, вот она. Система пошла. Еще раз консольку жмякнуть, что ли? Так, окей, а почему она открывается? Так, запчасти забрать. Так, дискуссия несколько линий. А, несколько линий тут. Еще одна консоль. So much better when they're on our side. Так, это дело мы активировали вроде все, да? Или еще нужно включить? You can hack the turret, Pathfinder. Ой. Настало. Перезагрузить наши. Там опасть. И что-то. Оно не работает. Нуль реакции. Так, ну алло. Открывайтесь, ворота. Куча консолей, блин. Ну, что-то я жмякаю. Ну, что-то не просто. Можно эту роль уничтожить, блин.
сейчас, блин. Намудрили кого-то тут, блин. Блин, говорите мне, что здесь надо, блин. Как-то, блин, их активировать в каком-то порядке, эти консоли, блин. Ну что, турель, наверное, толку нету, я здесь учёт. Это не работает. Как понять, не включен, не включен? Походу не включен, вот я покажу вам. Загорается все. А, вот. Это, ну, лазер добавлять. Понятно теперь. Вот теперь стал работать. Вообще надежды на край, да? Ну так я откажу, а ну потом исчезает. Или нет? Вроде не гаснет, он там погасло почему-то. Тут погасло, блин. Сейчас отойду, он опять погасит. Ну да. Да, блин. Херня начинается, блин. Ну как умудрили-то, блин, любли. Чем могли просто по консольку жмякнуть и все, блин. Нет. Как мне тебя учить? Ну-ка, останься с вами здесь. Пану не гасло, блин. А толку-то, ну блин, как и так кучу 11 нахер. Че жмяка, че не жмяка, самому сейчас остается. Так, это иди сюда. Я подсказку бы дали, как эта херня работает. Че, блин, саму тут, блин, заниматься задротством? Че меняется-то? Я нажимаю так. Че ни хера не меняется? Да откройся ты, конченый!
Все, учи, иду, че, блин. Ну-ка, может, сейчас получится это жмякнуть. Да не, не правильно. Там вниз спускаться, нам вниз не надо. Это не работает. Это тоже больше не работает. Поднять блокиратор хранилища. И все. Все, блин. Как поднять? Куда поднять? Зачем поднять? Все три монолита так активны. Теперь планету можно спасти. Перезапустив и активировать ее хранилище. Поднять блокиратор хранилища. Уно. Какие вы оригинальные. Может, наоборот, сюда их загнать? Иди сюда. Может, те нижние вообще ни о чем. А ты иди сюда. Это подключение, оно вообще ни хера не работает. Нажимаю, оно... Ты ноль. Ноль реакции, блин. Чё он дает? Двигать никак нельзя, блин. Ну, когда тупо подключиться, то нажимаешь и, блин, чё? Где чё, блин? Луч как светил, так и светит, блин. Подключайся, блядь, тысячу раз, блядь, все одно и то же, блядь. Я развести, ну, к черте. Чего тут делать надо? Консоль не работает. Нам консоль надо как-то активировать, что ли, получается? Хотя мы ее уже активировали, блин. Нам сейчас тупо эти ворота открыть как-то хер знает, как, блин. Откройте, блин. Не, лучи идут, тут идут, там идут. И что делать-то, блин, с лучами-то, блин. Они прям в точку он идут. Ну и что сканирование МОС завершено, блин. Чего мне это сканирование дало, бля? Ничего. То мы вниз спустимся. Или наверх поднимемся. Понять блокиратор хранилища. Ну как туда попасть-то, бля? Как-то стену-то убрать. Ну что, реально точно вниз спуститься, бля. Так, наверх подняться. Или вниз, а наверх.
И че, бля? Показываю, что надо вниз спускаться, все, бля. Наконец-то оно открылось, бля. Короче, прикол в том, надо было это на той консольке оставить своего напарника одного. И потом они только начали все активироваться, блин. Офигенно, да? А, он там оставил одного наверху и тут. Хотя не, одного он там оставил. И все заработали. Глупо. Глупо. Стража. Ой. Чего у нас так много? Что-то происходит. Ой, блин, там это началось бежать надо. Дёру, там это волна опять. Он опять уничтожается. Ой, зря я, конечно, турельку разобрал, да? Да, зря. Турель уничтожил. Так, ладненько, не будем стреляться, сразу дёру дадим, побежим. И дёру назад. Эй, лёд, ой, ой. Вон, парочку надо ухватать, да? Есть. Он падал, прострелился, ну, блин, спустя. Там еще один идет. Открывайся. Там жирно началось, блин. Ё, что не открывается? Все, побежали. Че так? Чего, бля, куда он прятался? Алло. Что бредятина там? Там зажимает спину спереди, бля. Я понял, а тут где укрытия-то нету ни хера, бля. За эти, что ли, херни прятаться, что ли? Они же простреливаются, бля. Фига, бля. Жопа. Ну да и так. Конечно, дамаг, ну писец, блин. Какого лишего? Тут дамаг, блин, кто им там нарисовал? Блин. Не было дамага, тут, блин, нахуй.
Держите, блин. Отсюда. Пока он один был, или там еще один здоровый идет. Стоит и этого бока. Давайте. А, она их-то уничтожила. Прячемся здесь. Тут стреливаемся-то. В смысле, а турель появилась, я же ее разобрал. Прикройте, пожалуйста, я отключаю. А прикройте. Давай. Да, я, блин, нахуй. Гребаный там Мейсон. Я прикрылся. Это же NPC, блин. А какого фига турель-то появилась там, блин? Не было турели же, блин, вынес же. Нет, ее, блин. Выупили откуда-то, блин. Тут еще на время этот, блин. А что, дома спустим, да? Быстро эти вынести, блин. Что там за бутылочка? Это больно бьют-то, блин. Где ты? Давайте помогайте, блин. Или ты нахер? Чё? Сука, надышались. Обожаю игры на время. Вы можете со мной рядом держаться, блядь? Как там у вас, чтобы вы, блин, держались со мной рядом, блин, не бегали там, как собаки по-своему, блин, ушки, блин. Собаки рядом держатся, это ушки, блин. Алло, блин, я сказал, рядом держаться, где? Угораю тебя. Чё с этими покемонами-то?
Они тупо встали там, стоят. Значит, тут надолго, блин. Рядом, к ноге. Как эти на вас втыкались, блин, и по мне херачили. Я успел там это все сделать, блин. Вы же не умеете, не умеете же консоли жмякать. Сказал, что да, к ноге. К ноге. На гибли. Быстрее. Черкач по ним. Быстрее активировать давай. Аллилуйя. Писец, хер этот турлик тут появился, я же разобрал у тебя на запчасти, бля. Она сама, бля, вылезла. Если бы не этот турлик, давно бы тут уже все активировал. Так, ну все, понял, вас спасли, снова вываливаем отсюда, бля. Свобода. Organic life on Havaral has begun to stabilize. It appears the vault is performing biological repairs. Imagine what we'll see here in a few years. О, все, атмосферка чистая, звездочки на небе. Как бы солнышко еще завезли бы, изи было. Так, план вернуться. Pathfinder Rider, you have done something remarkable here today. Succeeded where Zorai failed. Esmus, what are you doing down here? Renewing old bonds. Talking to you was enlightening. I saw an alien working for us when we had given up. We have isolated ourselves for too long. Perhaps there is a balance we can find. We all need to find balance, I think. Так, вы здесь ради меня. Приятно снова тебя видеть. Окей. Tavos, I wasn't expecting to see you, but I'm pleasantly surprised. I've learned a lot in a short time. The Rokar wants simple solutions, but nothing is ever simple or certain, is it? Всех собрали, всех спасли, кого могли. И планету мы с ней. But everything I've seen, I have to hope that they aren't lost forever. This curious memory transfer. Reincarnation. Whatever it might be, I aim to devote resources to studying it. Maybe one day we'll find the truth buried deep within our superstitions.
Так, это очень трогательно. That was kind of heartwarming to see. There has been healing today, Havarl. The rifts between my people and your to thank. There is some space here at Dar Pilev, and we'll need extra hands to monitor Havarl's situation. Will you extend an invitation to your people? We'd welcome anyone who can help. I'll pass it along. Then I'll leave you. I have some numbers to analyze. Can you believe it? For the first time in years, they excite me. Видно, понято. Все. Понятно, спасли. Задание выполнили. Так, что понятно для аванпостов? Это что такое? Карты миры для изучения. А, ну все, теперь можем отправляться на бурю в переговорную, да? Так, ну тут у нас... Кстати, разработка. Че, не хватает? Почему, бля, там столько добра насобирало, еще не серый? А, тут не хватает. Так, винтовки есть у меня какие-то? Только не такие, блин. 37. А, не хватает материалов. А чё же материал такой, блин? Где он, как он называется? Как его выбрать-то, блин? 2 из 20, блин. Не выбирается название-то, посмотрите, как его. Чё же это херня-то? Да, какой-то минерал, блин, материал. Хер, какой, блин. Второго, блин, нету. А че, я покрасить даже не могу? Ну ты понятный. Так, вот это вот еще наверное, штурмовая винтовка привидение. Валькирия. Это дробовик. Сокол. Фантом. Так, это что у нас? Чертеж фантом. Ну вот это штурмовая винтовка. По урону. Так, 45 вот где-то. Показать подробности. И все. А че? И короче, какая-то херня, блин, мудроство, блин. Мудрили тут вам, друзья. Давайте здесь с вами остановимся. Продолжим в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Pro Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока. Where the jungle is watching me. I woke up with vines crawling across my face.